Тортеллини – так называемые итальянские пельмени, отличающиеся от привычного блюда тестом. Для его приготовления используется мука грубого помола, делающая их более плотными. А это воздушные творожные кексы. Кондитерское ремесло – еще более тонкое дело. Выверенные граммовки, подбор качественных продуктов и температура выпечки – все влияет на вкус десерта. Разобраться в кулинарии самостоятельно не так просто. Освоить профессию школьникам помогают студенты, которые уже получили поварские разряды. Я просто стараюсь говорить на их языке. То есть я учу какие-нибудь научные термины, из этого сухого научного текста выбираю самое важное, затем это все перерабатываю для их ума, чтобы они это все поняли, и затем рассказываю. По договоренности с 11-й школой Анапский колледж сферы услуг создал программу профессиональной направленности. Все практические занятия проходят в их лабораториях. Сейчас тонкости профессии повара, кондитера и официанта познают порядка 40 детей. Это ученики 9-х и 11-х класса, готовящиеся выбрать свою профессию. Я думаю, поступать дальше на кондитера, может, на технолога. Так еще точно не знаю. Выбор сделать сложно в наше время. В наше время и в наших условиях климатических нужно выбрать ту профессию, которая востребована, и той, которой интересно учиться. Так как наш колледж готовит специалистов в сферу услуг, в том числе и для общепита, то это всегда востребованная на нашей территории специальности и профессии. Программа рассчитана на 10 месяцев. В конце учебного года школьники сдадут профессиональный экзамен и помимо аттестата об окончании школы получат сертификат о прохождении практики. По словам педагогов, сертификат гарантирует поступление в колледж в сферу услуг. Этот год экспериментальный. Теоретические и практические занятия будут дополняться. Возможно, такая практика вскоре появится во всех школах города-курорта. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.